Привет, друзья! Здравствуйте, мои дорогие! Динечка, что надо сказать? Привет, привет! Вы на семейном канале, и сегодня мы снимаем очередной развивающий ролик. И что мы с ним снимаем? Очередной ролик! Очередной ролик! Да. Сегодня у нас читалочки для детей на развитие памяти и чувства ритма. Используются данные считалочки для установления очередности, для определения, кому, например, начинать игру. Поэтому у нас сегодня и Кеша, и Тучка в гостях. Считалочки будут с Кешей и с Тучкой. Вот, Денис с ними здоровается, тоже скучал по ним. Считалочки зачастую придумывают сами дети, и их изобретательность в этом безгранична. Но иногда рифмованные считалки сочиняют профессиональные детские поэты. Вспомните самые известные считалки детства. Сегодня мы, кстати, их попробуем вспомнить. И тоже посчитаемся, да? Кеша, Тучка и Дениска. Обычно, произнося считалочку, указывают на участников, на кого выпадет последнее слово, тот и вводит. Ну, может быть, Тучка будет водить. Давай мы будем нажимать на пузико, когда в считалочке выпадать будет на Кешу или на Тучку. Согласен? На Тучку, давай. А мы сейчас узнаем, на кого упадет, мы же не знаем. На Тучку. И водой становится кто? Оставшийся последний, на кого пальчик указал. Ну что, давай? Начнем смотреть стишки-потешки? Да. Ты, кстати, их даже немножко знаешь. Ну попробуем. Давай пальчиком. Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота. За кота Котовича, за Петра... Какого? Петровича. Он... Усат и полосат, правильно, Дить. Ну, не кот, а кто? Просто клад. Давай, просто клад. На кого показал пальчик? Кеша, нажимай на пузико. Удобно, практично, бесшумно, вот видишь, пальчик на Кешу попал. Давай попробуем другую считалку и начнем с кого-нибудь другого. Давай, с кого начнем? Стучки. Давай, жаба прыгала, скакала. Чуть. Куда деть? Что случилось? В болото. Не упала, правильно. Из болота вышел. Кто вышел? Дед. 200. 20. Нет, 80 лет. А там где нужно? Нес он травы и цветы, выходи из круга ты. Опять Кеша, день. Ну что ты будешь делать? Нажимайте пузик. А голосом ты говорит Тучки? Друзья, а помните такую старую-старую считалочку? Ну, в нашем детстве она была, день, мы тебе сейчас ее расскажем. Давай, с кого начнем? Опять стучки? Ну давай. Эники, беники, ели вареники. Эники, беники, клёц. На палубу вышел пузатый матрос. Опять Кеша, друзья. Кеша сегодня не везет. На пузик нажимаем ему, да? И последнюю считалочку на сегодня. Да? А потом ты будешь свои придумывать. Давай. Тоже. Давай. Вышел месяц из тумана. Вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить. Все равно тебе водить. Тучка, вы поторопились, мама. Но ничего страшного. Давайте на пузико Тучки нажмем. Мне показалось, что Тучка. Давайте еще раз. И сказал Тучка голосом Кеши. Друзья, ну вот такое у нас сегодня было развивающее занятие. Мы тренировали чувство ритма и вспоминали старые добрые считалочки. А еще будем придумывать свои обязательно, да, Денюш? Ну а теперь мы с вами прощаемся ненадолго. Ставьте нам пальчики вверх. Как пальчики вверх, Дени? Пальчики вверх-то будем показывать?
ставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь на канал и оставляйте что, Ди? Полезные комментарии. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Конечно. Давай. Кеша. Бам.